Добрый день, с вами Алексей Осипенко. В рамках исследования потоковых состояний я решил провести эксперимент. Пройти от одного края Москвы до другого, пересечь ее пешком в течение дня. Приглашаю всех вас на эту увлекательную, возможно, прогулку. Итак, мы на старте. Мы с Ксюшей вдвоем. Это МКАД Север, точка старта. Зима такая. Пока, несмотря на близость с дорогой, такое ощущение, что мы все время идем в зеленой зоне. Это великая река Лихоборка. Я вырос на этой реке. Нет. Лёша, пойдем. Пойдем. Еще много идти. Пойдем. Ходник в метро Тимиряйск. Так, позади 3,5 часа пути, включая обед. Да. Мы у Савеловского вокзала, Оксана покидает нашу экспедицию, отправляется домой, а дальше я буду двигаться один. Я достиг Садового кольца со стороны севера. Покажите мне Москву. Я прошу. Может, воздухом ее смешу. Покажите мне Москву без гостей. Купола. А это бульварное кольцо. Площадей. В районе Пушкинской. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Все, потому что я среди слухов пустых свое путешествие. Есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад. Я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд. Перед нами Кремль. Я достиг практически самого бродит сердца Москвы. На патриарших прудах, а на хитровке Киляровского жду, а в Столешниковом ну просто беда. Целый сон воспоминаний и дум. Но коль выпало мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой. А коли дождь, воды вешние прольет. Все-таки Москва очень красивый город, разнообразный. Особенно я буду центр. Рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Зданиями Питера, но охотный со временем я понял, что в Москве также охотный полно интересных ряд зданий, нисколько не уступающих питерским. Покажите мне Москву, искусства. Москвичи. Ну покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней и мы помолчим. Да потому что слов не будет у нас, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава. Итак, я снова на Садовом кольце, только уже с южной его стороны. Вот там впереди будет Варшавское шоссе. Охотный ряд, охотный ряд.
я достиг треть. Честно говоря, я думал, что это будет прогулочка в удовольствие. Но сейчас мне уже реально тяжело. Ноги не идут, а ступни вообще болят. Всего я иду 6,5 часов. Я сейчас вот здесь. Повесил ноги посушиться. Я пойду по Варшавке. Будет. Это Варшавское шоссе, а это Балаклавский. Вечереет. Зацените, какой неожиданно красивый вид у меня за спиной возник. До МКАДа 2,5 километра. Сейчас 11 часов 5 минут. Мне нужно успеть дойти до того последнего метро Анина и вернуться к себе на север, на Петровско-Разумовскую, чтобы метро еще работало. Поэтому последние километры я максимально ускоряюсь и буду держать стабильный темп уже до самого конца. Друзья, 40 километров пешего хода, 10,5 часов пути завершено. Москва от МКАДа до МКАДа пересечена. Благодарю всех тех, кто участвовал со мной в этом путешествии, смотря этот ролик. Мы победили. И сейчас я отправляюсь домой. Вот последняя станция метро Анина, куда я и поеду домой.